В последнее время Иван Ургант не сходил с первых полос скандальной хроники. Все началось после отъезда телеведущего с семьей в Израиль. Народ сполошился, решив, что их кумир эмигрировал на Ближний Восток. Шоумену даже пришлось опровергать домыслы. Однако вслед за этими слухами появились сообщения о продаже звездной столичной недвижимости. Иван давно вернулся из отпуска. В настоящее время телеведущий каждый день ездит на работу. При этом никак не реагирует на сплетни и слухи в свой адрес. Однако близкие друзья, вероятно, очень переживают за шоумена. Давняя подруга артиста Ирена понарошку решила ответить злопыхателям, передав им разговор с Иваном. Звезда поделилась совместным фото с артистом и лирически описала их диалог. «Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве? Что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, но уезжали всего на несколько дней по семейным делам?» На что Иван ей ответил: «Потому что Ирена, оправдываться это унизительно, кому надо, тот все понимает».